Друзья, на сегодняшний день очень распространена удаленная работа, поэтому мы поговорим, как переехать в Хорватию цифровому кочевнику. Давайте рассмотрим необходимые документы. Итак, в обязательном порядке нужно подтвердить, что ваш ежемесячный доход равен ориентировочно 2500 евро. Также нужна справка из банка с необходимой денежной суммой. Также паспорт, справка о несудимости с печатью по стилям, далее при наличии свидетельства о браке либо о разводе. Медицинская страховка, также нужно подтвердить наличие жилья. Это может быть бронь отеля, либо аренда квартиры. Важно не только знать о пакете документов, немаловажным является сам процесс, а также и сроки. После получения визы вы можете приехать в Хорватию, затем в течение 30 дней вам необходимо обратиться в отделение полиции и получить карту резидента. В случае, если после получения визы вы увольняетесь с работы, которая приносила вам этот необходимый ежемесячный доход, тогда предполагается, что данную сумму вы сможете брать из средств, которые у вас есть на личном счету. Поэтому важно показывать и достаточный ежемесячный доход, и справку из банковского счета. При аренде квартиры лучше всего заключать договор сразу на год. Таким образом, вы покажете свои серьезные намерения на проживание в стране. Друзья, за более подробную информацию обращайтесь к специалистам нашей компании.